Середина мая – любимое и одновременно волнительное время для ребят, которые любят побегать и пострелять. В эти дни в Чебоксарах проходят финальные военно-патриотические игры «Зорница» и «Орленок». Самых быстрых и метких школьников сегодня освободили от занятий. Они отправились завоевывать победу. Юноармейцы из школы 50. На месте! Стой! Вас приветствует команда школы номер 50. Патриот! В эти дни на базе детского лагеря «Бригантина» кипит нешуточная борьба. Ребята на время забыли об уроках и взялись за оружие. Сборка-разборка автомата Калашникова, морское троеборье, преодоление полосы препятствий и еще множество испытаний предстоит пройти ребятам, чтобы одержать победу на финальных юноармейских играх. «Зорница» и «Орленок» – это спортивно-военизированные игры, направленные на патриотическое воспитание молодежи. В прошлом году мы участвовали первый раз, заняли. Да. Ну, не был бы место, не будем называть место. Это место. Да. В этом году какие планы? Ну, получше результат, что был. На следующий год уже «Орленок». В каждой команде по 11 человек. Дети в возрасте от 12 до 15 лет соревнуются в группе «Зорница». Те, кто постарше, с 16 до 18, в играх «Орленок». Туризм – это тоже как своего рода там расслабление какое-то, отвлечься от уроков, там всего. Мозг переключается и легче как-то становится работать. Те команды, которые одержат победу на городских соревнованиях, перейдут в следующий тур. Республиканские юноармейские игры «Зорница» и «Орленок» состоятся в июне. Марина Рябцева, Антон Вовк, Республика.